Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в пятницу. Меня зовут, наконец-то, Александр. И сегодня мы с вами рассмотрим самые ключевые события предстоящего дня. В первую очередь давайте отметим, что сегодня первая пятница 2021 года. Я имею в виду именно ту пятницу, в которой выходит статистика по non-farm payrolls. Это статистика по занятости в Соединенных Штатах. Самое важное экономическое событие, которое есть в экономическом календаре. Поэтому сегодня на рынке мы ожидаем высокую волатильность. По прогнозам, прогнозное значение — это 71 тысяча новых мест, предыдущее значение было 240. Напомню, что для американского доллара является позитивом тот факт, что если фактическое значение выходит выше, чем прогнозируемое. И, конечно, на этом фоне в первую очередь нужно присмотреться к валютной паре евро-доллар, которую мы с вами рассматриваем практически каждый день. Евро-доллар продолжает находиться в восходящем канале, в восходящем тренде, но по евро-доллару есть открытый гэп, и, на мой взгляд, сегодня как раз-таки цена может повести себя следующим образом. На момент выхода статистики ожидается высокая волатильность, цена может перекрыть гэп, сходить до отметки 1.22, и уже потом вернуться в свой восходящий канал и продолжить расти до уровня 1.24, который мы с вами ранее и прогнозировали. Из открытых позиций для тех трейдеров, которые состоят в группе с торговыми идеями OTAMarkets, наверняка заметили, что вчера была публикация сделки по еврофунту. Позиция остается в рынке. Сейчас мы можем позицию даже перенести в безубыток. Цена находится в таком нисходящем канале. Сделка была очень прогнозируема. С точки зрения технического анализа это очень хороший вход. Поэтому позиция продолжает удерживаться. В течение дня позиция будет переведена в безубыток. Из вчера событий важно отметить, что все-таки Джо Байдена утвердили следующим президентом, то есть подтвердили итоги выборов после пересчета всех голосов, а это означает, что Джо Байден станет все-таки следующим президентом. Дональд Трамп повел себя в этой ситуации достаточно достойно. Он опубликовал информацию о том, что сейчас максимально сосредоточится на том, чтобы передать власть следующему президенту. И если мы с вами опять-таки посмотрим, что было на рынке в этот момент, криптовалюта биткоин, о которой мы с вами опять-таки говорим каждый день, вчера обновила свой максимум, достигла до отметки в 40 тысяч долларов и продолжает находиться в восходящем канале. Давайте поставим следующую цель, это 42 тысячи. Я думаю, то, что цель очень достижима и цена дойдет до 42, ну прямо вот в самое ближайшее время. Ну, на этом мы с вами рассмотрели все самые ключевые события предстоящего дня. Ну, стоит еще отметить, что нефть мы также продолжаем рассматривать в рост, да, на дальнейшие цели 60. Но, в принципе, по нефти сегодня высокую волатильность не ожидаем. С вами был Александр Наконечный. Всего вам наилучшего. До свидания.